Эта история началась 5 лет назад, в феврале, после праздника Дня Святого Валентина. Молодой человек встретил прекрасную девушку и как будто сам Купидон сделал ему подарок. Он впервые почувствовал, что такое любовь. И эта девушка стала для него всем. В голове очень много мыслей, а нет, воспоминаний. О Господи, как же их собрать? Мы прошли через многое: любовь, восхищение, заботу и нежность. Не обошлось и без ссор, без расставаний. Нет, не буду это писать. Она прекрасна, красива, она ангел, девушка и, конечно же, друг. Она подкралась с тыла, я был не готов. Взломала жесткий диск, не подбирая кондом. Не выбирая выражений и правильных слов. Она пришла ко мне, она пришла ко мне, она пришла ко мне. Crazy motherfucking love, love, love. Fucking love, love, love. Crazy motherfucking love. Она била током, прыгала под потолок. Она сама плала, мой палец на голубой кулок. Это да? Fucking love, love.